посетителям ресторана Ольги Бузовой не понравились цены и сама Ольга. Вот уже несколько дней в Москве работает ресторан имени звезды Дома 2, а посетители оставляют свои комментарии от посещения этого заведения. Что касается положительных моментов, то все, кто оставляет отзыв, сходятся в одном – салатики действительно вкусные, а вот цены и ассортимент несколько разочаровали. Меню составляют исключительно салаты и десерты, так что перекусить здесь можно, а вот хорошо поесть – нет. Пара салатиков и десерт легко потянут на 1000 рублей, но это не еда для тех, кто пришел здесь хорошо провести время. Посидеть компанией здесь тоже проблематично. Посетители жалуются, что столики маленькие, а вот стулья большие и тяжелые. Но и самая необычная претензия – это то, что слишком много Бузовой. Это относится к музыке, а также к большому количеству портретов. И, пожалуй, именно это и может отпугнуть большинство посетителей. За вкусный салат можно переплатить деньги. Но вот есть его под бесконечное пение Бузовой понравится далеко не всем. А как вы относитесь к этой идее Бузовой? А если среди вас есть жители Москвы, удалось ли вам сходить в это заведение? А если нет, пойдете ли вы туда? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!